Всем привет! Сегодня мы решили записать классный результат продукта Татьяны Николаевны, которая познакомилась с продукцией компании Тиньши совсем недавно, но у нее уже есть классный результат. Вот, давайте послушаем. У меня двухсторонний артроз, кокс-артроз, понижен кальций. В общем, сейчас я очень довольна. А когда вот этот артроз, да, то как вы говорили, что очень сложно ходить и что все болит постоянно? Это не то слово. Я не ходила, я ползала, ноги переставляла с трудом. А зачем это у вас? Это у меня с детства, периодически. Сейчас я просто в восторге. То есть получается, что с детства периодически было, а потом уже как старше стали, то оно постоянно было? В 2006 году я пользовалась продукцией Тиньши. Ну, там я как-то быстро успокоилась. Через 5 помогло дней пошел, да? Да, пошел результат. Через 5 дней я успокоилась. Очень удивлена была, очень приятно удивлена. А потом 5, да, стало? Да. Через год, сколько лет прошло? 15? Прошло 15 лет. Вот опять повторилось, только с большей силой. Хорошо, а из продукта получается пеликардицепс, кальций, цинк, чай? Да, и икан. Икан. И получается пили 7 дней? Да. А и глюкозамин еще мы пили? Глюкозамин, да-да-да, глюкозамин. Хорошо. Результат очень хороший. Я просто в такой радости. А и как вы себя стали чувствовать через 7 дней? Замечательно. То есть ходите, ничего не болит? На работу последний раз шла в пятницу, так вообще летела. Ну, то есть не болит и можно жить, да, полноценно без боли. Я снесла две сумки. Классно, мы поздравляем вас с таким результатом, пользуясь продукцией компании. А, кстати, было такое, что врачи говорили, что вот там невозможно уже избавиться от возрастного? Там... Три направления на замену суставов. У меня оба сустава коксартроз, тазобедренные. Три направления. Я пыталась как-то что-то у невролога лечиться, таблетками, уколом. Нет. Но все равно не помогает. Замена, первая замена. Ну, будем надеяться, что этого теперь не произойдет с помощью продукции компании. Продукты шикарные, просто чудо. Произошло чудо. Да, мы называем это чудо, но это же просто новые технологии, то есть рецепты. Да, спасибо корпорации, спасибо всем за здоровье. Все, всем здоровья. Всем благодарю. Всем здоровья. Спасибо.